Газовики провели очередной рейд по злостным неплательщикам. На этот раз в центре внимания проверяющих оказались особняки, расположенные в одном из элитных районов пригорода Махачкалы. Как оказалось, подавляющее большинство владельцев дворцов давно не платят за коммунальные услуги. Какие меры к ним будут применяться, выяснял наш корреспондент Шамиль Махмудов. Двух- и трехэтажные дома на берегу Каспийского моря. Черные камни. Один из самых дорогих дачных участков Махачкалы. Казалось бы, уже владельцев этих построек не должно быть сложностей с оплатой коммунальных услуг. Но, как выяснилось, для газовиков эти дома одни из самых проблемных. Сегодня мы проводим мероприятие по отключению несанкционированного отбора газа. С участковыми проводим работу. Хозяева меняются здесь каждые полгода, перепродают эти дома. Они являются как дачные у них, второе жилье. И не можем установить хозяевов. А долги злостного неплательщика сначала нужно уведомить. Но сделать это, как оказалось, не так-то просто. За время рейда только двое хозяев оказались дома. Говорят, с оплатой у них нет никаких проблем. Маликова, Маликат Закарина. Хозяева других домов могут не появляться здесь месяцами, говорит местный участковый полицейский. Как правило, они проживают в других городах и приезжают в поселок в дачный сезон. Совместно с представителями газового хозяйства проводим рейдовые мероприятия с целью выявления фактов самовольного подключения. Виновных лиц мы привлекаем к ответственности. Здесь в основном люди дома построили, сами проживают в городе. Приезжают в летний период времени на отдых. Некоторые дома годами пустуют, не можем хозяев найти дома. Из 10 домов можно найти дома всего лишь хозяев, трех хозяев. Мы его недели две тому назад отключали, вот опять он новую врезку сделал и подключился. Отключить большинство должников от газовой трубы здесь практически невозможно, говорят газовые инспекторы. Так как соединение к общей линии находится на территории частного домовладения. Если отключить всю линию, пострадают жильцы, которые не имеют задолженности. Как на других подобных линиях, газораспределительная сеть проходит между двумя участками. Этот еще не застроен, поэтому у газовиков есть доступ к трубе. Но как только здесь появится очередной дом, газовая труба будет вне зоны досягаемости. Сейчас в «Газпроме» обсуждают возможность прокладки нового пути газопровода, вынесенного за территорию жилых участков. После этого голубое топливо появится лишь в домах у домовладельцев, которые вовремя платят за коммунальные услуги. Шамиль Махмудов, Руслан Гаджиев и Расул Дибиров. Время новостей.